говорить про судей, потому что, на мой взгляд, просто супергерои. Вот если говорить про саблю и вот эту высочайшую скорость поединка, и вот этот накал именно страстей, который мы с вами наблюдаем вот в этих именно финальных, полуфинальных поединках. Почему говорю супергерои, это сверхлюди, потому что так тяжело человеческому глазу ухватить, вот куда был нанесен удар, и касание оружия, и защиты, атаки, кто раньше. Конечно, помогает видеоповтор, и вообще, в принципе, фехтование такой уже электрифицированный вид спорта. И в этом надо сказать, что очень хорошо развивается вся история с оборудованием фехтовальным, оно постоянно обновляется, и какие-то новшества. И у судей есть такая помощь. Но тяжело, ведь спортсмены, вы часто видите, когда обоюдные удары, два фонаря горят, да, и оба спортсмена кричат, то есть это так сильно и влияет на судей, но точнее не сильно влияет, а надо что сохранять холодную голову и не реагировать на вот это вот воздействие спортсменов и спортсменок. Мы, как мы видим, да, наши девочки вчера фехтовали, и по идее спортсменки должны всегда быть с опущенной маской, не должны вообще, в принципе, коммуницировать с арбитрами. Но очень тяжело бывает удержаться в такие моменты. А у нас первый полуфинал на финальном помосте. Сейчас Нима Захеди из Ирана и московский саблист Владислав Поздняков. 4-2 впереди Поздняков. Да, то, что касается оборудования фехтования, надо сказать, что уже наши некоторые регионы научились... так сказать, импортозамещение, вот это модное слово. И действительно, наше оборудование сейчас, оно не уступает сложным немецким или там итальянским и так далее. Вот, например, аппарат, который фиксирует удары у фехтовальщиков, это российское производство. И посмотрите, как все удобно. Во-первых, и счет видно, и количество повторов, и страну участника, город, регион. То есть, на самом деле, это большой прорыв, и, конечно, может быть, стоило бы раньше этим, да, как-то заняться для того, чтобы выйти, да, и на мировой рынок, а так уже про экономику уже так немножко начали рассуждать. Но все же, и я знаю, что, если не ошибаюсь, из Санкт-Петербурга, да, группа инженеров разработали беспроводное оборудование, да, но вообще в стадии доработки, я думаю, что мы к этому все равно придем. Потому что сейчас вот мы видим там, да, катушки, некий шнур за спиной фехтовальщика, да, это все можно убрать, да, и уже как... на радиоуправляемой машинке, да, в общем-то, зажигать эти пресловутые лампочки. Абсолютно согласна с Алексеем. И, конечно, берет гордость, что наше отечественное производство, и вот оно обеспечивает уже соревнования такого уровня, как московская сабля. Да и не только такого, как московская сабля. Мы знаем, что наши и аппараты, и оборудование уже поставлялось и в другие страны, и поставляется, я так понимаю. Так что... по большому счету, вот уже справляемся сами. 7-3. У нас первый полуфинал. Впереди Владислав Поздняков. И хороший в любом случае результат для иранского саблиста. Я думаю, вряд ли кто-то сегодня мог предположить, что он будет в четверке. Хотя Алексей уже не раз отмечал, что иранская сборная и вообще иранское сабельное фехтование выступает на хорошем уровне. Сейчас буду чуть подальше. Он будет управлять больше. Еще пойду контролируешь, пойду. А жалена. Ну, что сказал Андрей Игоревич Альшан, я понял, а вот иранский пока не освоил. Да, больше будет проваливать такое предположение у Позднякова, то бишь надо удлинять свою атаку. Ну, посмотрим, в принципе, счет комфортный, можно и что-то поменять в своем фехтовании, 8-3. И, в принципе, мы, Анна, говорили о том, что фаворит этой встречи, безусловно, Поздняков. И пока имеет все шансы встретиться с Калимбековым за золотую медаль. Ну, а как попал иранец, да? Он, во-первых, выиграл у своего товарища по команде, потом нашего юниора. И так бывает часто, когда вот из четырех четвертей турнирной таблицы одна бывает несколько послабее, да? Но вот опять же, там был Шершов в той четверти, который получил травму, да? И, в принципе, оттуда, наверное, должен был, наверное, Шершов выходить. Но вот...
Красивый парад репост от Владислава Позднякова. 10-3. Впереди московский саблист. И, как вы понимаете, всего 5 ударов его отделяют от выхода в финал, где он сможет встретиться с Магомедом Халимбековым. Но и не с такого счета отыгрывали, так что, я думаю, иранский саблист будет, пройдя такой серьезный сегодня долгий путь, с этим не согласится, будет отыгрывать отставание. Вот один удар ему уже удалось отыграть. 10-4. Да, ну, даже сложно подсказать, Захиды, что нужно поменять для того, чтобы выиграть, да, потому что мы видим, что, в общем-то, на всех фронтах, куда не сунется, да, везде получает удары, да, и вроде попытался провалить, получилось, вышел в атаку, защита, ответ. Удивительно, что Позняков, ну, ты сказал, наверное, будет проваливать, да, то есть там подразумевает удлиниться в атаке, а уже два раза не достал. Ну да. Не поменял решение грузинский арбитр. Но это никак, я думаю, не повлияет на исход этого боя. Не достает в атаке Владислав Позняков, готовит не на заходе и не наносит в атаке. Мы видим, что все равно удар остается за Владиславом Поздняковым. Хотя преимущество, как вы видели, уже было на стороне иранского саблиста. Мог он делать атаку, но Владислав Поздняков просто неудержим. 14-5. Вот кто остановит, я так понимаю, иранского саблиста, его победный путь на нашем турнире. Но, видимо, это будет только бронза. Да. Ну что, мы поздравляем иранского саблиста Нима Захеди с бронзовой медалью легендарного турнира «Московская сабля» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева. Говорили уже не раз, что...